Так, и вновь продолжить. Вот, патрончики. Извините, да, прошу прощения за лишние нервы, скажем так. Бывает. Тут все предусмотрено. И вот тут тоже сейчас. Так, все, погнали. Хорош, пушкенцы вот это. А, это обычные враги. Так, а что это такое? Подождите, у нас по фотоаппарату охотник. Охотник, это есть этот охотник, походу. Давайте свалим просто отсюда и все. Хрен свалишь. Так, а нам, подождите, нам же... Куда нам надо-то? Нам нужно... Нам нужен... Блин, а куда нам нужно-то? Задание компании. А, ну вот. Бхарда какой-то сраный. И... Офигеть, тут всякого. Я бы хотел крепость зафигачить вот эту. Ладно, давайте тогда пойдем сначала не к Бхарду, а вот сюда. Так. Или нафига нам туда идти? Не, к Бхарду пойдем. Потом посмотрим, что от нас будет требоваться. Так, ну что? Как поедем? На квадроцикле или на этом? Мне нужен убийца! Ищите его! Камень хочу. Моих людей никто не смеет убивать, слышал? Я еще трупы нашел! Найти убийцу! Живо! Живо! Ладно! Иди сюда, я тебя хочу. О! Опять трупы тут! Прикройте! Иду наверх! Хм. Тут еще трупы! Штаб его! Убийца сбежал! Все. Только вот это сейчас. До свидания, сир. Тачка какая-то едет. Надо валить отсюда уже. Ой, что ты делаешь? Только не это опять. Подвезете? Нет? Ублюдки, нет. Так, все, надо идти же. Так, аэроплан мой где? Хрен знает, где он. Так, огонек. Давайте сделаем так. И все. И заодно там в магаз зайдем. Купим себе шмоток. Бронежилет. Продадим все. В жопу. И будем гулять. Так, вот, пришли мы. Переместились. Так, вот, продать. Все сейчас продаем. Пакетики, алкоголь дешевый. Зеленый лист не нужен. Вот это что такое? Продаем. Аудиозапись. Как все отметить? Шифтом можно? Нет, нет, нельзя. Комиксы, бриллианты, офигеть, цены. Тут мыло, мыло 700, офигеть, дороженное какое. Офигеть, комплект, шкура рыбы. Ну, давайте оставим, мало ли пригодится. Жгут, что такое жгут? Нужен он? Нет. Ладно, нафиг его продаем. Библия. А что с ней делать? Это объектив. Вот это продаем. Так, а что такое? Вот это слоник продаем. Свадебные фотографии продаем. А виски 50-летней выдержки. Вы что, офигели? Да ладно, 40 тысяч. Старые деньги. С ума сойти. Это продаем. Это какой? Рюкзак?
Продать рюкзак. Героин. Дешевый какой-то героин. Хотя, может, и не знаю, в общем. Так, это тоже продаем. Чё, мега прокладки? Вы чё, офигели, что ли? Это для кого, интересно? Так, а зачем это продавать? Опиум. Наверное, он не нужен. Так, что у нас тут еще? Так, вот это дорогое тоже продаем. Опять мега прокладки сраные. Так. Медоед. Так, нахуй. Да в животных пока оставляем, если что, выкидывать будем. Броник. А это что, например? Как С4 достать, не знаете? С4. А. Инъектор концентрации, уровень пира, необходим навык. Какой навык? Так, что качать будем? Вот это. Не знаю, зачем. Давайте. Дальше это... Я вообще не понимаю. Ну ладно. Так, теперь нам на буковку Б надо идти. То есть 300 метров тут. Дойдем, так? Может, медоеда какого-нибудь подцепим. Так, что тут у нас? Джунгли у нас. Так. Ну что ж, друзья, давайте мы потихоньку будем двигаться, обсматривать, может быть... животных. Так, животные бы нам не помешали. Вот это нам зачем-то нужно, наверное, нужен красный лист, желтый, зеленый будем искать. А да, инъектор нам нужен. Что там по изготовлению у нас? Так, больше сигнальных ракет, обычных стрел и болтов. Можно носить следующее количество приманок. Так, это нам не надо. 5 гр... Во! Як нам нужен. И... Ой. Сумка. Подожди, а что я хотел? А, инъектор. Во, где-то тут. Вепрь и... Вепрь. А, тоже вепрь. Вепрь и як. Вепрь, яка, медоед. Ну вот видите, тоже птички, я не знаю, для чего они нужны, но они тоже не отображаются на карте. Дикая лань, наверное. Так, а нахуй, а нахуй мне нужно медоед. Почему у меня оружие исчезло? Ну, ладно, пускай. Откуда они появились резко? Решил почтить память мертвых. Ну и зрелище. Я никогда такого не видел. А я не видел, чтобы кто-то носил с собой прах матери. Скажи, моего отца хоронили так же? Я их не помню. Но с тех пор золотой путь расколот. Если бы он пал в бою, все было бы по-другому. Только вот... Его убили. Так, стоп! Убили? Как это? Кто? Я знаю только, что его убили в его же доме к востоку от Банапура. Может быть, там ты сможешь узнать больше. Но будь осторожен. Там теперь правит Нур. Я пойду. Ой, с тобой, дорогая. Так, ну что, куда ты? Блин, ну ладно. Пускай. Так.
Так, запись остановилась. Ну что, друзья? Так, это я им. Я тут думал о своем международном имидже. Кажется, мне нужна публичная поддержка знаменитости. Ну, Денниса Родмана, например. Или, может, выкрасть Бекхэма и выставить против него моих лучших молодчиков? Нет, старо. А, тогда по... Прошу прощения. Так, навыки. Дженнифер Лопес спела у Туркменбаши на дне рождения. Значит, и я могу заполучить какую-нибудь гаснущую звезду. Канни Уэста. Читаешь его в Твиттере? Рекомендую. Я был бы не прочь с ним поболтать. Ладно. Так, куда нам нужно идти? Так. Лагерь Золотого Пути. Круто, освободил я. Блин, а... Куда надо идти реально? Вот я что-то так смотрю. Стоп! Нет задания, что ли? Подожди. По сути дела так, да? Ну там буковка У какая-то, что это значит? Так, это не надо нам. Вот, задание компании. Видимо, это, да? Но больше заданий я не вижу. Да, мне не дали задание. Она просто сказала, что там где-то там правит какой-то чувак. Не замочили его отца, я так понял. Немножечко в тему. Спокойная. Так, ну что, 1500 километров. Ой, да. Ой, что есть, какой 1500 километров? Хромету, 1,5 километра. Нет, все равно ссаные лаги. Вообще, что это за слайд-шоу? Носорог. Фига он быстро. О! Стоп, а нам обезьянка-то нужна. Подожди, изготовление. Так, это медоед, это я знаю. О, бумажник. Ой. Так, блин, спускаться неохота. Ладно, давай. Иди-ка сюда, обезьянка. Сука, лагаешь ты. Чё ж ты так лагаешь, сука? И обезьяна уже ушла. Нет, где-то здесь. Тварь, ты где? Чё это такое вообще? Так, ладно, насрать вообще. Ой. Да где ж ты, во? Бабах. И вот ты еще мне. Бабах. Я ж поп... Да, попал. И носорог, блядь, сзади не побежал. Это было бы вообще не очень приятно. Круто. О, все. Изготавливаем, конечно. Все, 1 000 000 теперь можно носить. Так. Все, теперь осталось только медоеда. Ну нет, конечно, это самое главное, я имею в виду. Че, как лох буду с 3 пушками ходить. Кстати, а кто там нужен еще следующий для того, чтобы бумажник? А можно ли вообще еще изготовить? Интересно. Так, ну-ка посмотрим. 2 000 000! Носорог! Ёлок, можно носорога там замочить сейчас. А надо ли нам это? Сука, чё ж за лаги такие жесткие, я не понимаю. Подождите, что ж за херь-то? Так. Вс,
все, я, короче, долетел по-бурому. И остановил. Так, сука, ну как же заколебали, ну что это за лаги? Ну в тот раз было, вот, когда я записывал, все просто шикарно. Ну и шикарнейшая была игра. Вообще ни лага, ничего, никакого зависания, ни хера не было вообще. Да что сейчас-то произошло, ёкарный мамай, а? Так, все, слезаем с этого дельтаплана или что такое, я только не знаю. Того надо, кого надо замочить-то, кстати? Сейчас всех замочим. Так, надо медленно подойти. Так, грен у нас... Есть грены. Так, изготовление. Сейчас глянем, что там для гранат нам надо. Так, кого количество инъектора? Так, это нам не то. Во! Як нам нужен какой-то... Кто это вообще такой? Як? Як кто-то? Я знаю, кто это. Но, блин, как он... На карте его опять же где-то, да? Хрен там тебе называется. Вот еще один, что я не заметил. А, в принципе, нужно... Опа, я, кажется, знаю, что делать. Нужно... Ой-ой-ой, нет, пожалуйста, не замечай меня. Ну что будем? Давайте за машинку или как лучше? Как лучше? По кустикам пока пойдем вот так вот. Индерим-дерим-дерим. Лучшим! Чуточку не торопиться, вот так потихоньку, потихоньку. Помаленьку. За машинку пробежать. Хочу свой новый прием испытать. Ну, вы, наверное, помните, да? Захватить одного и там уже других с песта замочить. Попробовать надо хотя бы. Может быть, надо... грузовиков уезжает каждый день. Примерно 20. Это ж тонны опиума. Есть там кто-нибудь? Твой дивизия, какого фига? Фургоны с опиумом в пути. Найдите источник угрозы и уничтожьте. Чё, сломался? Сука! Тебе не сбежать! Да чё ты не можешь стрелять? На Эднари. О, что такое вообще? Ну-ка. Опа, это обычный дробовик. Так. Надо, чтобы инъектор прокачать себе, чтобы инъектор восстанавливал 4 ячейки. Здоровье, это вот это, да? Да, пока нет навыков. Ладно, идем. Идем дальше. Нам тут дойти, в принципе, недолго. Не. Вот, надо здесь собрать сначала кое-что. Кое-что важное. А что это такое? А, это пулемет. Вот что это за штука. Погнали. С вами Рабер Эрара, и я недоволен. Я устал от пропаганды Пейгана. Это должна быть пафосная телега. Сука. На тысячи строк, в которой... Так, еще. Эх, круто. Здорово, не грусти, сейчас тебе товар купим. Ой, не товар, а этот. Задание выполним. Для использования нажмите Е. Сейчас мы его используем. Сабал. Ну что, пригодились тебе данные из лагеря? Ты их хоть читал? У меня есть для тебя новая информация.
надежные. 9 моих людей мертвы. Они погибли из-за тебя. Мне пришлось сделать трудный выбор. Правильный выбор был очевиден! Выбор твоего отца! Выбор Золотого Пути! Это был наш путь, пока не погиб Махан, и мы не увязли в дерьме! Амита просто не понимает! Для нее самое главное — это цель! Она готова жертвовать человеческими жизнями даже по самым ничтожным поводам! Поэтому я тут. Я вмешался, потому что знал Махана. Я уважал его взгляды. Да. Пойми, что двигало им. Что движет нами. Отправляйся в монастырь. Тебе многому надо научиться. Хорошо. Отправлюсь. Культурный обмен. Ва, слушай, культурный обмен. Так, а что это такое, значит? Так, а что это? Во! Куда нам? Смотрите. Если полчаса игры... Ну, не полчаса, там, по-моему, минут 40 я где-то записывал. Это у нас... Это дядюшка Пейган. Как ты там, дорогой племяш? Скажи, Аджай, за кого ты болеешь? Что больше влечет тебя? Лотос Амиты? Или дерзкая прическа и волевой подбородок Сабала? А? Каждому свое, но тебе пора выбирать. Признаться, Сабал не в моем вкусе. По моему виду не скажешь, но я вполне себе гетеросексуален. И ты лучше всех знаешь, что в этом мире для меня была только одна женщина. Так, непонятно. Ладно. Сука, ты лаги свои в жопу засунь, знаешь, вот так вот все. Это... Так, что я хотел сказать? А, 60 гигов, это полчаса, точнее, 60 гигов. Ну, значит, ну, примерно 40, допустим, возьмем так. 40 минут, допустим, да? Вот. То есть, получается, если я буду записывать 2 часа, то есть это где-то будет, ну, допустим, получается 30, хорошо, возьмем 30. 30 плюс, нет, 40 все-таки, 40 плюс 40, да? То есть это 80 минут, это час 20... Это получается 120 гигов. Как это так? Подождите-ка. Нет, что-то я не то посчитал. А, да, слушайте, подходит. То есть час 20, 80 минут, это 120 гигабайт. Да, 120 гигабайт. Вот. Потом... Вот. То есть получается, если я буду записывать еще плюс 120 минут. Сейчас, секунду. Так. Значит. 120. Так, все. Значит, 80 минут, дальше плюс 40, это получится 120 минут. Еще плюс 60 гигов, это у нас 180 гигабайт. То есть, 2 часа, это где-то будет на 180 гигов. Ну, 2 часа, грубо говоря, на 200... Точнее, приблизительно 2 часа, это 200 гигов. По моим гребаным подсчетам. Переместиться нельзя... Не, нельзя. Ладно, может, тачка здесь где-то была. Опять
пшеничное поле. А, ну это то, которое с вышкой рядом. И чё? Типа мне за него что-то дадут, да? Одно навык. Так, а почему? Бронежилет намного... Почему я не могу качнуть? А, три, точно, дорого. Ну, как сказать, дорого. Просто сейчас не могу. Вот, пшеничное поле тут какое-то. А это чё? Коктейль Молотова, что ли? Да. Так. Просрал, нет? Сука, да чё такое? Чё за лаги, саны? Всё, я просрал. Так, всё, ребят. Сейчас, секунду, подождите. Чё? 9 моих людей мертвы. Они погибли из-за тебя. Мне пришлось сделать трудный выбор. Правильный выбор был очевиден! Выбор твоего отца! Выбор золотого пути! Это был наш путь, пока не погиб Махан, и мы не увязли в дерьме! Амита просто не понимает! Для нее самое главное — это цель! Она готова жертвовать человеческими жизнями даже по самым ничтожным поводам! Поэтому я тут. Я вмешался, потому что знал Махана. Я уважал его взгляды. Да. Пойми, что двигало им. Что движет нами. Отправляйся в монастырь. Тебе многому надо научиться. Хорошо. Отправлюсь. Культурный обмен. Вау, слушай, культурный обмен. Так, а что это такое значит? Так, а что это? А? Во! Куда нам? Смотрите. Если полчаса игры, ну не полчаса, там, по-моему, минут 40 я где-то записывал. Это у нас... Это дядюшка Пейган. Как ты там, дорогой племяш? Скажи, Аджай, за кого ты болеешь? Что больше влечет тебя? Лотос Амиты? Или дерзкая прическа и волевой подбородок Сабала? А? Каждому свое, но тебе пора выбирать. Признаться, Сабал не в моем вкусе. По моему виду не скажешь, но я вполне себе гетеросексуален. И ты лучше всех знаешь, что в этом мире для меня была только одна женщина. Так, непонятно. Ладно. Сука, ты лаги свои в жопу засунь, знаешь, вот так вот все. Это... Так, что я хотел сказать? А, 60 гигов, это полчаса, точнее, 60 гигов. Ну, значит, ну, примерно 40, допустим, возьмем так. 40 минут, допустим, да? Вот. То есть, получается, если я буду записывать 2 часа, то есть это где-то будет, ну, допустим, получается 30, хорошо, возьмем 30. 30 плюс, нет, 40 все-таки, 40 плюс 40, да? То есть это 80 минут, это час 20... Это получается 120 гигов. Как это так? Подождите-ка. Нет, что-то я не то посчитал. А, да, слушайте, подходит. То есть час 20, 80 минут, это 120 гигабайт. Да, 120 гигабайт. Вот. Потом...
Вот. То есть, получается, если я буду записывать еще плюс 120, это 120 минут. Сейчас, секунду. Так, значит, 120, так, все. Значит, 80 минут, дальше плюс 40, это получится 120 минут. Еще плюс 60 гигов, это у нас 180 гигабайт. То есть, 2 часа, это где-то будет на 108 гигов. Ну, 2 часа, грубо говоря, на 200 гигов. Точнее, приблизительно 2 часа, это 200 гигов. По моим гребаным подсчетам. Переместиться нельзя? Не, нельзя. Ладно, может, тачка здесь где-то была. Пшеничное поле, а ну и то, которое с вышкой рядом. И чё? Типа мне за него что-то дадут, да? Одно навык. Так, а почему бронежилет намного... Почему я не могу качнуть? А, три, точно, дорого. Ну, как сказать, дорого. Просто сейчас не могу. Вот, пшеничное поле тут какое-то. А это чё? Коктейль Молотова, что ли? Да. Так. Просрал, нет? Сука, да чё такое? Чё за лаги, саны? Все, я просрал. Так, все, ребят. Сейчас, секунду, подождите. Чё?